Стоянка под знаками, парковка на газонах и другие нарушения под прицелом видеокамеры системы наблюдения «Тайфун». Оборудование установлено в легковом автомобиле. Внешне – обычный личный транспорт, но сидящие в салоне работают, чтобы нарушений стало меньше, а значит, движение на дорогах стало безопасней. В городе Анапа появился аппаратно-программный комплекс автоматической видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспортными средствами, которые установлены на автомобиле и при движении автомобиля фиксируют нарушение правил остановки и стоянки водителями в зоне, где эта стоянка и остановка запрещена. Всевидящее око «Тайфуна» выполняет свою задачу. Все видит. И перебегающих пешеходов, и водителей, загораживающих движение, и припаркованные автомобили в неположенном месте. Как вы видите, вот под знаками стоят машины. На примере этого комплекса при движении фиксируются номера, передаются на диспетчерский пункт центральный, но фиксация нарушения идет только после второго проезда, не ранее 5 минут после первой фиксации. Поэтому, товарищи водители, будьте осторожны и внимательны. Такие системы уже зарекомендовали себя в Олимпийском Сочи и Новороссийске. Теперь «Тайфун» будет чистить дороги Анапы от нарушений.